Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта «Корректура». Будушин.ру, будоблог.ру, макивара.ру, докторшилов.ком. Вопрос. Вопрос о том, как употреблять там спортивное питание, витамины и прочую всякую лабуду. Вопрос почему возник, потому что люди читали у меня, что я не использую даже спортивное питание, да, и вот, то есть все на натуралке, вот, и вообще, а я что-нибудь использую вообще? Ну, ребят, не буду кривить душой, скажу вам честно, да, ну что, совсем не то, что вы думаете. Фармакохимия спортивная, это, конечно, штука, который помогает очень быстро добиваться результатов и достигать высоких спортивных достижений каких-то, но это не наш метод и не наш путь. А что я применяю? Ну вот видите, какая погода на улице. Черт не знает что. Все время стоит ночь, с утра до ночи стоит ночь. Круглыми сутками. Нету совершенно солнца, мало витаминов, легкий депресняк. Поэтому что? Обязательно витамины, минеральные комплексы. Это вот та вещь, которую я считаю, что это просто незаменимо. Какая? Можно в аптеке покупать поливитамины, и будет нормально. А можно покупать и в спортивных магазинах спортивные и специальные диетвитамины подборки. Вот я такие как раз и покупаю. Там есть и омега, ну то есть там кроме витаминов есть еще и значит, прочие вещи, которые являются добавками, в общем-то, незаменимыми. Вот. Там есть, значит, омега-3, омега-6, омега-9, жиры, витамины, витамино-минеральные комплексы различные. То есть все таких нормальных дозировочках, для того, чтобы спокойно можно было без витаминозов и без депресняка лишнего, без солнышка живя, пережить зиму. Вот. Вот. Это раз. Два. Что еще? Когда идет очень активный функциональный тренинг, очень мощный, то скажу вам честно, что аптечную фармакологию некоторую я использую. Это рибоксин и натоспаркам, то есть так называемые сердечные витамины. Они применяются, значит, обязательно тогда, когда идут мощные интервальные тренинги и занятия кроссфитом для быстрого восстановления миокарда. Ничего в этом тоже плохого, зазорного не вижу, только не надо на этом быть постоянно подсаженным. Надо это делать периодически и только тогда, когда большие нагрузки действительно есть. Вот. Для того, чтобы немножко разгрузить работу печени, учитывая большую белковую загрузку едой различной, да, белковой, высокой, с, ну, высоким содержанием белка, надо иногда принимать гепатопротекторы по типу там, Корсила, там, Эссенциалифер и нечто подобное. Вот. Глицин. Хорошая глутаминовая кислота, она заменимая, но хорошая, она, во-первых, ускоряет работу митохондрий, что косвенно и даже не косвенно, а прямо влияет на жиросжигание, но главное это не это, а восстановление головного мозга и, соответственно, хорошее настроение и большая работоспособность. Также она нормализует абсолютно нервный тонус, лучше засыпается даже после высоких и интенсивных тренировок физических, и все нормально. Еще момент один. Перцетам или другого типа натропы. Перцетам и натропил. Это тоже для работы головного мозга. Потому что, ну, я, видите, это никак не связано с тренировками больше. Это вообще по жизни больше связано с чем. Дело в том, что я веду очень интенсивный образ жизни. Тренировки для меня это не самые главные в жизни. То есть я очень много работаю с литературой деловой, занимаюсь интеллектуальным трудом. Я обучаюсь постоянно, прохожу различные семинары, курсы, циклы, самосовершенствуюсь. У меня активная очень мозговая деятельность, и поэтому для восстановления головного мозга и его высокой работоспособности, движения тонуса, тоже принимаются вот такие вот натропилы. Это препараты не высокой, скажем так, активности. То есть это не та, что там таблетку выпил там и шары на лоб вылезли. Это длинные курсовые препараты, очень слабого действия, очень слабого. Поэтому они принимаются очень долго, там курс рассчитан на 3-4 месяца, потом делается перерыв такой же 3-4 месяца. Ну, в общем, почитайте, что это такое, в Википедии то же самое или в Википедии для врачей. Вот. Ну все, собственно говоря, на этом и особо-то все и закончено. То есть, видите, спортивной фармакологии специальной для повышения каких-то результатов спортивных нет.
Есть аптечники фармакологии, которые направлены на общий жизненный тонус. Витамины, минералы, ноотропы и защита печени, потому что действительно очень много белковой пищи. Вот. Для печени большая нагрузка, собственно говоря. Ну и все. Вот. И вам советую не подсаживаться на химозину на всякую. Нафиг она не нужна. Все будет нормально. Всем салют. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, а также на мои проекты. Докторшилов.ком, проект Корректура. И будет вам счастье, будете много знать всего хорошего. Кто хочет, кто не хочет, не будет. Кто знает, найдет либо подтверждение, либо захочет со мной поспорить, что-то написать. Пожалуйста, в комментариях буду ждать, буду рад ответить на вопросы, если они глупыми не будут. Всем пока!